Исчезнувший в канун своего 30-летия, живописец из Монпелье оставил, несмотря на краткость своей карьеры, важный след. Создав около 60 картин, Базель долгое время был неизвестен публике, и только в 1950-1960-х годах его полотна вышли из семейных коллекций и стали достоянием общественности. Его картины современны, выразительны, ярки, композиционно сконструированы, где каждая деталь отражает ясность и правдивость. Все мотивы, предлагаемые природой, позволяют Фредерику раскрыть свои способности художника, которые расширяются до всех жанров – пейзажей, натюрмортов, сюжетов на открытом воздухе, где солнце управляет контрастами, и интерьерных сцен, где модели оживляют их. Творчество Базеля в начале карьеры очень разнородно. Его стиль по молодости лет еще не был зафиксирован, техника не была единообразна и линейной. Воспитываясь на работах Курбе, Делакруа в музее Фабра, беря уроки рисования в мастерской Шарля Глейра, Базель в своих работах осуществил переход от французского классицизма к импрессионизму. Воспитываясь в буржуазной семье, Фредерик создавал свою слишком короткую карьеру между Монпелье и Парижем, между двумя полюсами своей жизни, географически и психологически далекими друг от друга. Край реки Лес, бастион Эгморт, семейное поместье в Мерик, являясь незабываемой территорией юношеских лет, составляли исходную точку его творчества. К натюрмортам художник обращался в поисках изучения формы и света и из-за нехватки денег. В его багаже есть изображения угрей и карпов, цаплей, являющихся трофеями семейной охоты, а также букетов из тюльпанов, сирени и роз. Ровные быстрые штрихи, отсутствие выдумки, резкая бесстрастность, пронизывающая объект рисования, распространяют волнующий реализм. Среди ранних работ данный натюрморт с виноградом и грецкими орехами, выполненный в 1865 году, демонстрирует несравненное мастерство в живописи, которое приобрел Базель. Это поразительное полотно контрастирует с другими картинами, наивность которых удивляет. Среди них этюд «Сен-Савер» 1863 года, «Лежащая обнаженная» 1864 года и «Сен-Савер» 1865 года. Выбор предметов в натюрмортах очень часто имел религиозное или литературное значение. В данном случае, с церковной точки зрения, виноград – символ святого причащения. Грецкие орехи – символ самого Христа. С повседневного взгляда эти предметы могут символизировать время года – осень. На полотне царит свет, который исходит от винограда и орехов. Последние залиты солнцем благодаря богатому материалу, используемому Базелем. Сочный, спелый виноград с зелеными веточками лежит на еле заметной белой тарелке. Стол и стена на заднем фоне окрашены в коричневато-желтый цвет с зеленоватыми мазками. Художник уже обращается к бытовым темам в картинах «Бульонные крышки» и «Две селедки» в 1864 году. Этот натюрморт напоминает работы Мане, к которому Базель приблизился, особенно в своих картинах негритянок с пионами. Базель – художник исключительного таланта, способный рисовать все, но его прогресс навсегда останется неизвестным.